Здравствуйте, друзья! Вы на канале MistyCatch. Меня зовут Александр. И я изучаю английский язык с помощью приложения English Galaxy. Так, у нас 60-й урок уже. На секундочку. Так, проверка слова на изучаемом языке. Выберите правильный вариант перевода слова. Я забыл телефон, секундочку. Так. Google переводчик. Чтоб был тут у меня под рукой. А то мало ли. У нас всего 5 сердечек, а надо как-то выкручиваться. Все, есть. Можно дальше. Поехали. Хирург. Так, у нас дентист, это у нас дентист. Зубной врач, доктор, это просто врач. Вет. Что такое вет? Вет. Это не то вет. Вот это вет надо. Ветеринар. Ну тогда это вот остается слово. Surgeon. Surgeon, хирург. Surgeon. Угу. Дальше. Больной. Это sick, я знаю. Healthy, типа здоровый. Nervous. Нервничать. То не знаю. Sick. Sick, больной. Задача. Экзамен. Тест. Task. Что такое sentence? Что знакомое? Sentence. Не помню. Sentence. Предложение. Тогда task. Задача, да? Task. Task через А. Task, да? Task. Task. Переводчик. Это translator. 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 Еще раз скажи. Translator. Translator. Хорошо оплачиваемый. Cheap, дешевый. Expensive, дорогой. Sick, больной. Тогда well paid получается. Well paid. Well paid. Хорошо оплачиваемый. Ожерелье. Jacket, куртка. Box, коробка. Bag, сумка. Это вот слово. Necklace. Necklace. Нервный. Nervous. 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 Неважный. Важный. Important. Неважный. N. Unimportant. Очевидно. Unimportant. Unimportant. Проверка слов на родном языке. Выберите правильный вариант перевода слова. Погнали. Что это такое? Confidence. Confidence. Уверенность, что ли? Забор. Как будет забор? Знакомое слово, но забыл. Забор. Fence. Опыт, experience, разница. По-моему, difference, разница. Different, разный, а different, разница. Difference. Разница, да. Тогда уверенность. Confidence. Confidence, уверенность. Independent. Независимый, очевидно. Неважный, unimportant, заинтересованный. Interested, зависимый. А, зависимый или независимый, я не знаю. Ну, видимо, dependent. Зависимый, а independent независимый, да? Dependent. Зависимый, да. Dependent. Что так тихо? Погромче нельзя? Dependent. Dependent, зависимый, да. А independent независимый. Independent. Independent. Что такое financially?
Financially. Financially. А, financially. Финансово. Финансово, что ли? Financially. Financially. Финансово. Клиник. Clinic. Клиник. Клиника. Какие еще есть варианты клиника? А ну-ка. Клиника. Медпункт, лечебница, амбулатория. Ага. Клиник. Клиника. Медпункт, короче. Клиник. Клиник. Что такое? Salary. Salary. Типа зарплата, что ли? Заработная плата. Деньги, money. Кредитная карта. Credit card. Работа, work. Ну да, очевидно, зарплата. Salary. Salary. Apologize. Извинение, да? Извиняться. Apologize. 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 Мечтать. To dream. Принадлежать. Как будет? Принадлежать. Belong. Рисковать. Видимо, риск. Рисковать. Риск. Apologized. Apologize. Apologize. Извинение. Dependent. Вот оно. Зависимый. Деньги. На ноге. Прикольно. Зависимый. Dependent. Dependent. Это что такое? Illness. Illness. Болезнь, что ли? А ну. Болезнь. Не. А, есть такое. Есть. Illness. Болезнь, получается. Illness. 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 Matching. Закрепляйте изученные слова. А ну-ка. Apologize. Извиняться. Apologize. Clinic. Clinic. Клиника. Financially. Financially. Финансово. Confidence. Еще раз. Confidence. Confidence. Уверенность. Dependent. Dependent. Зависимый. Так. Apologize. Или the. Apologize. Или S. Apologize. The. Apologize. Где оно есть? Извиняться. Клиник. Клиника. Confidence или confidence. А ну-ка. Confidence. Confidence. Уверенность, да? Dependent. Dependent. Зависимый. Financially. Финансово. Translator. Переводчик. Translator. Translator. Это чего? Well paid. Well paid. Хорошо оплачиваемый. Task. Task. Вот task или task? Я не понимаю. Task. Понимаешь, что task, если task. И task понимает, и task понимает. Задача. Непонятно. Task. Task. Ладно, task, задача. Unimportant. Unimportant. Неважный. Surgeon. 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 Хирург. Surgeon. Surgeon. Так, surgeon, хирург. Task, задача. Translator, переводчик. Unimportant, неважный. Well paid, хорошо оплачиваемый. Так, nervous или nervous. Там S на конце. Nervous. Непонятно. Nervous. Nervous. S на конце. Nervous, нервный. Independent. Independent, независимый. Sick. Sick, больной. Illness. Illness,
illness. Вот тут у нас же на конце N, значит, по идее, Z illness должно быть. Illness. Тут illness говорит. Illness. Illness. S. Illness, болезнь. Necklace. Neck. Еще раз. Necklace. 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 Николас. Не понимает necklace, значит, говорю неправильно. Значит, говорю неправильно. Necklace. Ожерелье. А ну, озвучь. Necklace. 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 Necklace, что ли? Necklace. А ну, necklace. Понимает, ожерелье. Necklace. Ожерелье, necklace. 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 Так, illness, болезнь. Independent. Независимый. Necklace. Ожерелье. Nervous, нервный. Sick, больной. Теория. Ознакомьтесь с важнейшими грамматическими правилами. Давай. Общая формула для построения отрицательных предложений present simple. He should плюс doesn't плюс глагол. Соберите фразу. Он не понимает ее. He doesn't understand her. He doesn't understand her. Общая формула для построения отрицательных предложений с краткой формой глагола to be в present simple. Так, he, she, it – это is not равно he isn't, she isn't, it isn't. He, she, it плюс isn't плюс троеточие. Соберите фразу. Он не студент. Так, he isn't a student. He isn't a student. Общая формула для построения отрицательных предложений в present simple. I, we, you, they плюс don't плюс глагол плюс троеточие. Соберите фразу. Я совсем не пью алкоголь. Как бы совсем. То есть я не пью, потом all, да? Имеется в виду. I don't drink. Подождите, а где мы add ставим? Перед all? Или перед alcohol? Что такое вообще all? Это у нас чего? Что такое вообще all? All. Алло. All. Начинается. All. Не хочет. All не хочет. All не хочет. Наречие, это не прилагательное, это наречие. Тогда мы ставим перед at алкоголь. I don't drink all at alcohol. I don't drink alcohol at all. Не, вообще не так. А, у нас же алкоголь, блин. Я подумал, что это артикль N. Что-то, ну, в голове. Это же у нас... Неисчисляемый алкоголь. Его нельзя посчитать. I don't drink alcohol. I don't drink alcohol at all. At all. Это фраза совсем at all, да? Я понял. Совсем. At all. Или quite, или just. At all совсем. Она в конце ставится. Ладно. Так, общая формула для построения отрицательных предложений с краткой формой глагола to be. В present simple. We, you, they are not равно we aren't, you aren't, they aren't. We, you, they плюс aren't плюс троеточие. Соберите фразу. Они не больны. Так. They aren't sick. They aren't sick. Общая формула для построения отрицательных предложений
с краткой формой глагола to be в present simple I am not равно I am not. I am плюс not плюс троеточие. Соберите фразу «Я не на работе сейчас». I am not at work now. I'm not at work now. И вот тут я ошибся, да? Общая формула для построения отрицательных предложений в present simple. I, we, you, they плюс don't плюс глагол плюс троеточие. Соберите фразу «Я совсем не пью алкоголь», то есть «I don't drink alcohol» и «совсем at all». Все. I don't drink alcohol at all. Мы добавили новые слова из теории в ваш словарь. Вы можете добавить неизвестные слова в избранные. Выбрать все слова. Так, что мы тут не знаем? По крайней мере, я. Illness. Болезнь, новое слово, 2L, 2S. Illness. Task, задача. Это вот обозначение, транскрипция. У меня еще есть где-то... У меня же есть... Я себе записывал обозначение транскрипции. Чтобы понимать, это task или task, а то, блин, на слух ничего не понятно. Так, а ну-ка, какая там буквочка? Вот такая, как А, как красивая А. Ну это как А читается, task получается. Никакие не task, task. Это task. Задача это task. Хорошо. Independent. Независимый independent. Новое слово. Necklace. Что-то означает вот такой иероглиф такой. Перевернутый. Такого не... А, е, вижу. Не, не похож. Тут есть оу. Видимо, краткость обозначает. Нет. Ну ладно. Короче, ладно. Necklace, ожерелье новое. Necklace. Salary. Зарплата. Apologize. Да, видимо, краткость. Apologize, извинение, извиняться. Dependent, зависимый. Clinic. Nervous, нервный. Clinic, клиника. Confidence. Confidence. Уверенность. Unimportant. Unimportant, неважный. Trends. А вот у нас и есть. Это... Так. Translator. Переводчик. Sir. Surgeon. Surgeon. Это как... Йода читается. Такой значок. Surgeon. Как G. Это звук G. Surgeon. Surgeon это у нас чего? Хирург. Financially. Финансово. И well paid. Хорошо оплачиваем. Ну ладно. Добавлено 16 слов. Хорошо. Продолжить. Поехали. Уровень 1. Пазл на изучаемом языке. Составление предложения. Он не болен. He isn't sick. А что у нас вообще sick? Это глагол sick?
Или чего, я не знаю. А ну-ка. Сик. Прилагательное. Тогда isn't. He isn't sick. He isn't sick. Это прилагательное. Мне это совсем не интересно. То есть... It... It isn't interesting it isn't interesting me, наверное, вот так. At all. It isn't interesting me at all. Как-то оно плохо звучит. Есть фраза it seems to me that. Мне кажется, что. Ну, типа, по аналогии, да? It isn't interesting for me, видимо, может. Там to было. Interesting me. Не знаю, как поставить. Мне это совсем не интересно. It isn't. It isn't interesting me. At... Ну пусть так. It isn't interesting for me at all. Все-таки for me. For me это мне, да? Мне это for me. А ну-ка. For me. Для меня. Для меня, мне. Ну, странно. For me. It isn't interesting for me. Ну, ладно, дальше. Он не хирург. He isn't... He isn't... Получается, a surgeon. He isn't a surgeon. Это неважная вещь. It... Aren't? А, тут уже it's есть. Это неважная вещь. It's, получается... It's... Артикль нужен, да? It's... An... Unimportant thing. It's an unimportant thing. О, правильно. Это не очень легкая задача для меня. Это не очень легкая. Но it очевидно. It isn't, да? It isn't не очень легкая задача. It isn't a, получается артикль a very easy task for me. Вот так. It isn't a very easy task for me. Это неважная вещь. It isn't. Тут нет unimportant, поэтому тут isn't. It isn't. Глагол нужен. Important. It isn't an important thing. It isn't an important thing. Они не чувствуют себя плохо. They don't feel... Получается... Так, bad это, конечно, плохо, но нам нужно ж bad, да? Очевидно. They don't feel bad. А почему тут bad? Они не чувствуют себя... А, плохо. Фу, блин. Bad, что я... Дальше, короче. Это не очень хорошая клиника. It isn't a very good clinic. It isn't a very good clinic. Он не работает переводчиком.
He doesn't, да? Раз he doesn't work, видимо, as a translator. He doesn't work as a translator. Он не нервничает. He скобще nervous. Nervous. Прилагательное. Хорошо. Тогда чего у нас тут? Тогда... Так, подождите. А тут doesn't. А это прилагательное. Тогда isn't должно было бы быть. А тут нет такого. Тогда почему тут doesn't, если это тут... Нет глагола. Или это может быть и глаголом тоже. Прилагательное все. Все прилагательное. Ладно, тогда he doesn't nervous. He doesn't feel nervous. А feel тут при чем? Типа, он не чувствует себя нервным, что ли? Вот так вот, дословно. Здрасте. Ха, понятно. Вот тебе и да здесь. Зачем? Потому что feel — это глагол. He doesn't feel nervous. Однако. Они не учатся за границей. They don't... А, да, конечно, don't. Или don't. Don't. They don't learn in abroad, да? За границей. Или abroad просто. Я не помню. По-моему, abroad. Но я не уверен. Abroad. Не понял. Переводи уже, блин. Abroad. За границей, ну да. Без in всяких там. They don't learn, learn abroad. They don't study abroad. О, еще. Это study — учиться. Это learn — изучать. Вот, блин. They don't study abroad. Жесть. Ну, ну вот так вот. Не справился вообще ни с чем. Трудно, трудно. Тогда все. Всем спасибо. Всем до свидания.